Тушенка русские узоры. Тушенка русские узоры. Калининград, Московский проспект, сельскохозяйственная компания, производство. Ну, опять какое-то непонятное производство. Покупал 26 декабря в Евроспаре за 110 рублей, там акция была. А так она торговалась там за 136. Ну, тушенка, скажем, ни о чем. Мяса мало. Жир этот сверху, я когда открыл, вообще все было белое в жире, оно там на стенках. А полно этого желатина, там желатин тоже все, ну, короче, здесь мяса очень мало в реальности. Сухожилия какие-то обрезки непонятные. То есть, ну, мясо низкого качества. Немножко, не знаю, пашина там у них что используется, импортная 100%. Замороженное мясо какое-нибудь тоже южноамериканское, как на Мираторге. Говядина. Высший сорт написано. Высший сорт. Они просто не знают, что такое высший сорт. Посмотрели бы, как в Польше, какое мясо. Тушенки. 58% массовая доля. Ну да. Охотно верю. 325 грамм. Нет, не советую, не советую. Это как в торгах, на бирже. Акции, да? Покупать не советую.